Видеодемонстрация FluktGIS. FluktGIS – пополнение семейства тепловизоров Fluk. Мы подготовили данный ролик, чтобы рассказать о приборе, его применении и ключевых особенностях. FluktGIS был разработан специально для специалистов по обследованию зданий. Если вы строительный инспектор, специалист по системам ОВКВ, энергоаудитор, специалист по герметизации и защите от воздействия осадков, специалист по кровлям или специалист по ремонту и реставрации, данный продукт был разработан именно для вас. Ключевые области применения тепловизоров FluktGIS – это поиск течи воздуха, проблем с теплоизоляцией, строительных дефектов, обследование систем ОВКВ, обследование крови, а также выявление влаги и другие области. Здравствуйте. Я хочу рассказать об особенностях конструкции нового тепловизора FluktGIS. У него эргономичная ручка, которая позволяет прочно удерживать и дает ощущение надежности с ремешком. В то же время она дает доступ к кнопке фиксации изображения и фокусировку объектива, а также к простому управлению с помощью трех кнопок сзади. У прибора есть простая в использовании крышка объектива, которая фиксируется в закрытом и открытом состояниях, поэтому нет неудобств, связанных со шнурками и болтающейся крышкой. Наружный ремешок легко регулируется, и его можно закрепить не только с правой, но и с левой стороны. Конструкция прибора также позволяет пользоваться перчатками. Надеваем перчатку, берем прибор, регулируем ремешок. И у меня остается доступ к фокусировке, фиксации изображения и кнопкам управления сзади. Каждый тепловизор FluktGIS поставляется с бесплатным, мощным и простым в использовании программным пакетом, который называется Smart View. Smart View позволяет собирать, добавлять и анализировать изображение, а самое главное, позволяет создавать профессиональные отчеты по нажатию на одну кнопку. Каждый тепловизор FluktGIS позволяет сохранить более 2000 тепловизионных изображений на карте памяти формата SD объемом 2 гигабайта, поставляемой в комплекте. Как только изображения были открыты в программном пакете Fluk, вы можете создавать отдельные изображения и добавлять отдельные изображения. Сейчас покажу. Когда изображение загружено в программу, можно выбрать цветовую палитру, уровень и ширину диапазона. Можно вставить метки температуры. И самое важное, по нажатию на одну кнопку вы можете создать профессиональный отчет. В комплекте FluktGIS есть все необходимое для того, чтобы сразу же начать работу. В комплекте с тепловизором поставляется сумка, спутник, универсальный адаптер питания, а также программное обеспечение Fluk Smart View, не считая гарантии 2 года. В сравнении с другими тепловизорами, в данном ценовом диапазоне FluktGIS имеет самый большой дисплей с диагональю 3,7 дюйма, размер изображения 120×120 элементов и способность выдержать падение с высоты в метров. Мы утверждаем, что FluktGIS достаточно прочный, чтобы работать в ваших условиях. Вот так. Можете убедиться, что он все равно работает.